Всем привет! Хочу показать вам, какие есть у меня герани на данный момент на улице. Это королевская герань сиреневая, видите? Дальше пошлите. Так вот, вот это вот у меня, как она называется, она низкорослая, но цветущая. Она цветет всю зиму. Я ее вот на улице вытащила, всю улицу тоже зацвелась. Все, вся цветет на улице. Я вот в ближайшее время копну и домой. Так вот, тоже смотрите, малинового цвета, низкорослая, вся цветущая. На улице лучше герань цветет, чем в доме. Я уже это проверила. Так вот еще герань, смотрите, розочками. Видите, розочки. Вот она с розочками. Так вот, смотрите, еще какая герань у меня. Вот знаете, они на улице лучше цветут. Я в доме, вообще-то дома не цветут. Но вот это вообще моя красавица. Словами не передать. Смотрите, сколько в ней цветов. Сколько в ней цветов. Ну и это тоже не отстает. Видите? Сколько у меня герани, красавица, да? Вообще-то из комнатных всех цветов герань я люблю. Это вот. Так что вот. Вот жду погоду. В ближайшее время копать, копну и домой занесу.